потом ты пожалеешь, что все это купила. Нет, ты ничего не понимаешь, Сэмми. Сегодня же черная пятница. Черная? По-моему, на улице еще светло. Сегодня в магазинах огромные скидки, и я должна этим воспользоваться. Хорошо, что у меня остались сбережения. У них есть? Сладости? Ну, конечно. Поторопись, иначе пропустим лучшее предложение. Смотри, я принес все, что у меня есть. Надеюсь, этого будет достаточно. Сэм, доставка тут. Хочешь посмотреть? Что-что? Наш заказ. Вау, открывай ее. Быстрее, быстрее. Мне так интересно, просто не могу терпеть. Смотри, Сэмми, какая прелесть. Готова поспорить, что с этим будет весело играть. Мне очень хочется узнать, что внутри. О, надеюсь, там набор для бокса. Я уже хорошо умею боксировать, но могу еще лучше. Боюсь, это не набор для бокса. Зато тут есть кукла. Кукла? Ох, Сэмми, нам просто нужно ее улучшить. Хорошо. Смотри, на ней совсем нет макияжа. Поможем ей, ладно? Что у нас здесь? О, набор косметики, замечательно. Это работа для лучшего визажиста в мире. А еще она рассеянная, потеряла и одежду, и волосы. Это очень мило, Сэм. Теперь посмотрим, что у нас в этом секретном пакете. О, становится все интереснее. Посмотри на эти туфли и платье, просто прелесть. Итак, сначала наденем платье. Вот так. О, это складка? А, нет, хорошо. Теперь туфли. Их нужно надевать осторожно. И все готово. Отличная работа. Ух ты! Смотри, Сью, мы с ней так похожи. Какая прекрасная случайность. Точно. Хочешь себе светлые волосы? Белый цвет не сочетается с моим тоном кожи. Ты же прекрасно знаешь. Ой! Прости, Сэмми, вылетела из головы. В общем, мы здесь закончили. Посмотрите на нее. Разве не красавица? Она станет прекрасным дополнением к моей коллекции. Правда? Я тут подумал, ты вообще-то уже слишком взрослая, чтобы играть с игрушками. Ага. Идем, красавица, я покажу тебе свою коллекцию пакетиков с сахаром. О, подождите, в каком это смысле слишком взрослая? Держу пари, это набор для плетения радужных браслетов. Я хочу тебе ожерелье. Не совсем, это кое-что получше. Слайм Бук Про. Посмотри на того парня, он похож на успешного бизнесмена. Да, дама, я предприниматель. О нет, мой новый ноутбук. Ох, какой неуклюжий. Он не стоит нашего внимания. Нет, подождите, пожалуйста, не уходите, вернитесь. Нет! Сью, давай проверим, какая модель внутри. Да, мне очень любопытно. Давай откроем коробку. Ух ты, это самая последняя модель. Какой блестящий и стильный. Я уже представляю, сколько классных видео смогу на нем посмотреть. И посмотри, Сэмми, как красиво этот ноутбук украшен. О, какие милые обои. Я просто обожаю Синамаров. Ты права, Сьюзи. Этот ноутбук лучший из лучших. Если вам тоже нравится, друзья, ставьте лайк и подписывайтесь. Посмотри на эту клавиатуру, Сэм. Я купила ее на распродаже, и это было правильное решение. Она очень удобная. Мне так нравится этот ноутбук. Он такой стильный. Ладно, посмотрим, что у нас тут. А? Что это было? Сэм, я знаю, что это ты. Верни мой ноутбук. Ну, тебе не на кого производить впечатление. А вот мне этот слаймбук очень даже пригодится. Опять. И что это? Это мой новый телефон, глупенький. На этом новом телефоне я смогу играть часами, и батарея не сядет. Ура! И почему у меня все из рук валится? О боже, какая красота! Что может быть лучше распаковки нового телефона? Может быть, то чувство, когда получаешь телефон бесплатно? Ты прав, это было бы здорово. Послушай этот звук. Круто, правда? Смотри, какая прелесть! Вау, Сью, тебе так везет! Я тоже хочу себе такой телефон! Можно мне взглянуть на него поближе? Конечно! Спасибо! Ой, какой красивый! Чуть не забыл, мне нужно срочно позвонить! Алло, да, это я! А? Сэм, отдай мне мой телефон! Кажется, Сэму он нужен больше, чем мне. К счастью, я могу смастерить себе другой набор. Итак, поехали!
Кто-то сказал смастерить, я в деле! Я могу быть очень полезным, вот увидишь! О-о-о, раскрашивать это весело! А кто в этом мастер? Я! Тогда я раскрашиваю буквы, надпись будет яркой! Сэмми, почему ты вдруг притих? Сэмми, алло! О-о-о, помоги мне, Сью, я застрял! На меня напал скотч, я не знаю, как это случилось! Кажется, я в порядке! Не беспокойся, я освобожу тебя! Погоди, осторожно, осторожно! Спасибо, Сью, я думал, что останусь там навсегда! Я всегда помогу тебе, Сэм, и посмотри, что мы вместе создали! Эй, давай, не стесняйся! Нам нужно снять с тебя мерки, чтобы сшить тебе одежду! А это Сью, она шьет лучшие наряды! О, спасибо за комплимент, Сэмми! Я не подведу тебя, обещаю! Теперь я нарисую контуры лица. Нам нужны два больших красивых глаза. Да, выглядит очень мило. А еще я добавлю длинные ресницы. Теперь можно раскрашивать. Я сделаю платье небесно-голубым. Этот цвет отлично подойдет нашей кукле. Я раскрашу все пушистые части, а рюши будут зелеными. Синий и зеленый хорошо сочетаются. Правда, Сэм? Сэм, где ты? Я подумал, что тебе это может понадобиться, Сью. На этот раз я был очень осторожен! Как раз вовремя, Сэмми. Поехали. Так наша поделка будет прочной. Теперь нам нужно все вырезать. Вжух! Вот и все. Этот трюк всегда срабатывает. Отлично. Теперь пора сделать ноутбук. У меня здесь есть кое-какие детали, но нам нужно сделать их менее плоскими. Этим займется профессионал. Ну же, ну-ка. Я не это имела в виду. Нам просто нужно засунуть это внутрь. А, теперь понял. Да, я хочу, чтобы ноутбук был как можно более объемным. Вот, Сью, держи. О, меня сейчас съест клавиатура. Помогите. Спокойно, Сэмми! Спасибо, Сьюзи! Осталось только заклеить это отверстие скотчем, чтобы ничего не высыпалось. И теперь у нас есть крутой мягкий ноутбук. Я соединю две части, и все готово! У меня тут еще кое-что есть, Сью! Мы можем собрать телефон, пожалуйста! Я очень хочу это сделать! Странно! Думаю, мои инструменты испортились, они не работают! Мне нужна помощь! Все сломалось! Что делать? Ох, Сэмми, нам не нужны твои инструменты. Достаточно одного скотча. Теперь смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. Видите? Проще простого. Теперь у нас есть крутой мягкий телефон, который выглядит как настоящий. Давайте его включим. Эй, почему он не включается? Кажется, я знаю, в чем дело. О, правда? Ага! Вау, потрясающе! Отличная работа, Сэм! Да, я ведь очень талантливый! Надеюсь, у тебя там все в порядке, Сэмми. Может, теперь сделаем коробку для телефона? Ни слова больше! Я знаю, что нам нужно! Та-дам! Упс, я не это хотела сделать! Но не волнуйтесь, такое случается! Еще одна попытка! Вот это уже другое дело! Спасибо, это прекрасно! Я знаю, осталось несколько последних штрихов. Подождите, и вы все увидите! Абракадабра! Еще секундочку! Вот! Ох ты, это было очень быстро! Но нам нужна вторая половина! Или нет? Подарок для тебя, Сью! Спасибо, Сэмми! Ты всегда знаешь, что нам нужно дальше. Дай-ка я прикреплю сюда картинку. И готово! Отличная работа! Большое спасибо за помощь! Всегда пожалуйста! О, как он мне нравится! Уверена, что если бы слаймбук Про действительно существовал, он бы выглядел именно так. Thank you.
прошу прощения, где я могу найти того бизнесмена? О ком ты говоришь? Да, я очень успешный бизнес-слайм. Слышала когда-нибудь о Сэме Цукерберге? Осторожно! Пока Сэм наслаждается новой волной популярности, поставьте этому видео лайк и подпишитесь. До скорых встреч! Мы вас любим!